общем, ребята, приехали мы встретиться с нашими продавцами. Подъехали к Сбербанку, вот их сейчас ждем. Ой, короче, знаете что, я или тупая, или я не знаю. Для меня, в общем, YouTube — это какой-то темный лес. Я сейчас пыталась как-то оформить свой канал, поставить элементарно аватарку, у меня ничего не вышло. Я перехожу по инструкциям, которые там даны. У меня пишется, что фото изменено, фото обновлено, но по факту ничего не происходит, и фотки у меня на аватарке нет, ничего не меняется. Сейчас вот, наверное, минут 40 пыталась с этим разобраться, смотрела всякие ролики, там все одно и то же, собственно, то же самое, что и делала я. И ничего не происходит. Я уже не знаю, каким образом, куда обращаться. Буду искать службу поддержки, писать туда. Вот. Такие вот дела. Оказывается, это не так-то просто разобраться с YouTube'ом. Для меня это вообще просто темный лес. Может, вы кто-то что-то знаете или сталкивались с подобными проблемами? Еще видела, что пишет, типа, как загруженность, какой-то сбой. Но я надеюсь, этот сбой кончится. И моя фотка все-таки появится. Так что вот, до связи.